old anymore. Karen McCarthy, I can't believe it. How's old Hank? Oh, really? Divorced. That's a shame. Oh, but you're remarried. Oh, you're widowed. Oh. You married his brother. Yeah. 34 grandchildren. That's something, all right. Yeah, I know. Yeah, it is very hard. No, I live in France now. I just wanted to call and say hi. I was thinking about you. Yes. No, I will. I certainly will. Yeah, well, nice to talk to you, Karen. Он лежит. Как же жестко эта позиция, ебашь. Ну, надеюсь, в новой карте нормальные дома будут. Кстати, ебаная мусорка. Все вообще. Да не, это как контрить-то можно. Просто там газовая граната была. Я по идее чекал. Но типа я не видел эту игру. Он меня в ногу ваншотнул. С дробика? С берстовой эмки. Он просто навелся в пол, в пятку и убил меня. Первый левел. Классная игра. А я в тело его не шотнул с берста. Бывает такое. У меня такое бывает с шотганом очень часто. Первый шот даю в тело. Идеально в тело, там в районе груди. Стер из головы. Оставляю одно хп где-то. Чел просто на шару от бедра, там вообще просто на похуй мне дает шот. Кстати, видел, что с геймпада дробик от бедра, точнее, стреляет? Ну, может быть, как раз в этом и дело есть. Ну, типа, были, были кастомки вот эти двойках на этом. Ну. Там были, ну, софт правила, типа, все разрешено. Геймпадеры все взяли дробики, на похуй вообще. Ну. И просто с двухшотов ебали всех. А, типа, с ПК ты с двухшотов не можешь убить. Нормально. Ну, подожди, на ПК можно убить, по-моему, не? Если с ДС, если там... Не, от бедра имеется в виду, от бедра. Они от бедра убиваются. Да. Ну, прекрасно. Что я могу сказать? Типа, ну, считалось же, что дробики, они как-то контрят геймпадеров, а они на том турике, ну, просто нет. Все взяли их на похуй вообще. И доказали, что это кто кого контрит еще, да? Доказали. Типа того. Там в одной катке 7 живых сольников осталось, 7 с дробовиками. Один, конечно... Наш СНГ-шный игрок, он как бы не поддался на влияние в меты, взял Жак 12, не смог с барабана кое-как чел убил и умер в конце. Дорогое, блядь. Пиздец. Ну просто что-то в 10 залетело, и чел кое-как смог убить. Это грустно, на самом деле. Ну, я не понимаю, почему челом, ну, какая-то КПК подключаешь геймпад, у тебя есть дефолтный aim assist, который именно доводит. Там же aim assist'ы есть, которые просто замедляют на цели, есть, которые доводят. И да. Типа непонятно, почему на ПК не выключают те, которые их доводят. Это через ПК играешь.
Причем у меня вот сколько клиентов, этих всяких Джонов, подпивасников. Они играют на консолях, вот именно консоль, короче, там no. 60 фреймов, все дела, 87-го. И там аим ассист у них, там он такой слабый, они вообще, ну, очень редко кого-то переселивают. Я говорю, типа, на консолях я еще понимаю, вот это прилипало, потому что у них там input lag, я не знаю, 1000 лет. 60 FPS, типа, нет фола. Телевизор, все дела, там. Да. А когда челы играют... На ПК с высоким FPS, с высоким фоном, с пагерсовкой, при этом еще у них MSIS, который доводит до этих человек, кто знает. Ну и соревновательность охуенная тоже получается. Получше прилипнет. Короче, чел есть один, американец, типа, шкет. Он настолько, типа, прокачанный, преисполнен все, типа, геймпаде, что вообще, блин, смотришь там. Сверху есть, сверху. Чел 0 мистов. Да, он ушел, ребят. Там чел вообще просто не ошибается в стрельбе, просто не мешает. Сложно мешать, кого-то софта им есть. Блять, это ненормально. Знаете, было бы адекватно, если реально на ПК его просто бы не было. У меня лут на тут. О, да. Нет, ты чё, там же вообще бы. Не, был бы, но лайтовый, типа, стальные. Не было, которые надо воет. Я говорю, на консоли-то еще можно понять, там, как крот какой-то замедленный. Двигаешься. Без фола, без FPS-а. На 60 герцах там ползаешь. А на ПК-то хули. А зажимают, короче, по поезду с рыбы. Сейчас поезд к нам подъедет, по идее, их можно забрать будет. Баунти еще долго. Ну, наоборот, жду стою. Вот тут. Один спрыгнул еще. Оба разбиты, без хп. Здесь один, а здесь второй. Разные пати, не понял. Рекон делает, слышишь? Рекон это делает. Напротив. На поезд. Не-не, это не поезд, это... Запрыгивай в магазин, закупаемся, пойдем. Я UAV взял. С кибератлетами, но там вообще забей, там гений ковака непризнанные. Они с ним стоит вообще. Да, да. Нок его. Нок тоже. Вот, окей. Курик вчерашний смотрел? Не, а тут двойка. Смотрел. Короче, сейчас калаш с уса там ебет. Без шуток. У него ноль отдачи. Плюс. Да, я. Сосочники да. Говорят, что МСИ сломан на нем. Посильнее, чем на обычных прицелах. Где была двойка, говоришь? На заправке перед нами. Понял. Я даю. Уж сплетанулись. О, дядя, что ты? Ворон считает. На сторож двойка. На бункере тело кто-то отдыхает. Сторож ближе, чем на этом. В каком-то дело, что я играл и чувствовал, как у меня за меня целится геймпад. Да, я двигаюсь, там в стены врезаюсь, соски эти не чувствую, разные стороны разлетаются. Мужчина, надо болтами притормозить немного.
Я с йодом. Да. У меня просто на УТС-ке бруйсер стоит. Фонарики грузят? Не, ствол. Глушитель. Вот тут за баками валяется тело. Крякнутое. Вот. А ты без брусера что ли бегаешь? Я с маком, фонариком бегаю. А, не, я на УТС-ке. Я пробовал стонер, мне не очень понравился. Стонер не понравился. И мушка на этом тоже ебал. Не, мне норм, скидывай деньги. Пойдем в сторону супера. Типа, для меня-то, ну, я играл на геймпаде на PS-ке, я взял геймпад в шутере впервые. Мне было тяжело, я не мог попадать, но когда AMS цеплялся, я прям чувствовал, как чел, ну, как за челом ведет. Надо было вообще не кататься. И я понимаю, что челы, которые играют постоянно в этом, с этим, они это прям очень хорошо чувствуют. Так, надо же, наверное, от РТК учиться играть, в принципе. Чего надо? От РТК учиться на постоянке играть. Что такое РТК? Вертак. А. Вертолет. А. Вертолет. Вертака. А, вертак. Вертолет. Геликоптер. Чоптер. Как хочешь называй. Дело на него не хочет пикать. Какая это? Зря пикнул. Так. В автосалоне двойка снайпер меня смотрит. Понял. Ты сейчас меня на турике заклеил. Ну, кряк. Адвансед дали. Куда дали? Фонка есть. Факторка. Наверное, машину взорвали. На ней бы уехали. Ну, я пытался по этому. По людям стонер стрелять. Такое нет, не отпустил. Ага. Не знаю, байк пока почем. Блин, с ковром аж мотивация жить появилась, блядь, я не знаю. Потом мне хилили. Мне вот 5 минут назад на почту пришла это. Кордура на весь стол. Но я сегодня не успею, наверное, разобрать ее. Ну, то же самое, что у меня, только на весь стол я захотел. Что мне мало ковра. Пивасик. Едем за пивасиком. На мопеде по деревне откатаемся. Пивасик ждет нас. О, сейчас будет погоня на байке. Байк быстрее, нет? Нет, нет, не быстрее. Должен быстрее быть. Не, ну он не. Не-не, пивасик в гаражах. Понял. Я сейчас еще явлю. Нет, яба, блядь. Они в комнате с этой хуйней сидят. Стрельца. Ай. А, он с дверью. За дверь тут. Хоть я его закрыл с собой. Понял, что мне это надо. Пать, я вообще не ожидал его там увидеть. Пивасик хитрый. БПЛА еще оставил нам. Тут еще этот. Он забрал. Денег. Друзья, хлебнул сока. Стачка. Дал ящик. Хотя там закроют в этой будке. Бля, они закрываются. Закрывается, по идее, вроде. Либо газ запускается, я не знаю. Это куда? Я автобег нажал, пока сток закрывал. Нормально? Нормально. Я за байком нашим. А тебе некому подсосаться на сегодняшние клады, на турик? Или кого самому подсосать, какую-нибудь двойку? Не, не знаю. Поиграл бы, наверное. Ничего не слышно, не видно. После весов мне писали, но потом тихо. Я сказал, нет, не надо.
над нами летит. Он летает? Да, да, вот он. Откройся. Раскройся, откройся. А тут, Зипков, считай, вот тут двойка. Вот тут двойка. Так, Зипко и аэропорт позакрывать полностью. Угу. Сусат прицел. Снайпера на холму. Нас смотрит. Аэропорт или как? Это я, 22. Тело не летает. Moving. Меня снайпера смотрит отсюда. Двойка это у меня, не понимаю, где они бегают. Я двоих так вон. Подо мной двое. Я к ним упал пол. Нечестно. На опани челы. Ног. Доел. Он обижает. Знаешь, когда мы правее. Вроде как. Подожди. Да, он правее был. Одно тело вот тут было. О, вот я его разбил. Я швиз. Его ножнули. У нас тут пак. Его вот отсюда. С дома. Доели. Его доели. На крыше были они? Ну, скрыть сюда. Я вижу, пикаю его, пикаю. А еще похую. Спасибо, Буран, привет. Спасибо, Сапку. Спасибо, Зер-2. Ого, Зер-2. Мастер собака. Уф, уф. Меч челы? Разбиты бутики. Фишка есть. Тебе несли. Ну, левых надо закрывать, наверное. Да, кого нет. Спасибо, Киртоплей. Спасибо. Блин, с ковром новым прям вообще... Ой, как кайфово играть. Иен убитый был. Тупо гачи гадал. Отсюда стреляют. Спасибо, поехали. Наебло им. Есть еще вебка продлить? О, твой, фул твой. Фул твой. Справа, справа, справа стоит. Давай, давай, стоим. Еще по опу набежали два чела. А, луна не светится. Стоим или что это? Да хуй знает. Не вижу, просто не. На том берегу бежит. А. Ну, это ошибка от новичка. И на том берегу у нас справку заходит. Спасибо, Киртоплей. Я еще сапну. Их двое там. Двое. Один с забором, двое. Один с вторым забором. Да, я видел. Нокнул одного.
Не, ну арки с этим пулеметом улетают зеро. Попробуй калаш на сусате. Неплохо, реально. А, на доме слева, на крыше бегает. Ну хотя с стонером 4х у него большой плюс. Я разбил. Угол потерялся. Да, да, да. Его завез. Кластер подали. Один под нами как будто. На яве. Ну я не вижу нихуя. Ходи. Нокнул одного. Под нами, под нами, под нами. Вот нам, вот там. Фишка. Блять, не смог стрелять. А чё, куда не сказал? Это другой, это другой. Это налево бежал еще один. За машиной похуй. Тут единственное бай, там машина стоит. С Роза на Милсима перешел. Да, я просто такая еще. Просто так у меня. Передай, машина едет. Вижу. Тим, вообще похуй. Индифферентно вообще пулки, ребята. Спасибо, Диус, стерли сапку, спасибо большое. Аниме это, да? У меня под вебку футболка с аниме куплена. Скоро, скоро, да, скоро. Главное, ты разбил, я думаю, но сейчас они типа выйдут, я постреляю кого-то, они сидят просто их смертники. Кайфуют здесь. Спасибо, Кирта Плей, за 5 сабок еще, спасибо большое. Поехали на этот, заберем папа, не лопай. Беги наверх. Наверх, 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 наверх. Будет да я сердце. Это... Подожди, подожди. Все, все, ты френдли, не зажимаешь, типа... Да не, я думал, мы так поедем. Один просто... на башне полез, слышишь? На башне один. Он прямо залез уже фул, по-моему. Да, он залез фул. Трое. Там где еще один? А куда он пропал? Он помёртый? Они оба на башне. Кряк. Вот тут кряк. Кряк опять. Ты не в него нокнул? Не-не-не-не. И да-да-да-да. Почему не прошивается? Во, нормально. Что у меня брейнлок произошел? Жара ебаная меня плавит. Пал. Пал жару. Не, тут 30 градусов, что ж, понимал, я сижу весь. Да ну нахуй, лучше мои плюс 7, блядь. Тело наверху. Спасибо, Дио, спасибо, Киртоплей, Савки, мной, спасибо. В опане. А, они же комплект взял. Да, комплект фильтовый. Нехуя, хуя. Спасибо, Дио, за 10. Тебя снайпер слева смотрит, нет угла на него. С больницы. Я не вижу его. А, вижу. Разбил его. Без винта хуячит, кнопникой. Сейчас я придам ему присишку. Я не купил пресижн. Чего? Я даю патроны, мне кончились все. Приколы. Я от больницы закрываюсь. Ползи, 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 ползи. Ты можешь подать... Нет, не могу.
Ты я нажимаешь? Не... Нет, нет, я не ползу. Я понимаю, но я не полз. Понял. Либо забугалось, понял, либо нет, это пофиксили. Что началось? Спасибо, Киртоплей, спасибо. Турмал, спасибо. Не, спасибо, Турмал и Сапко за подарочные. Спасибо большое. Подлили от меня. Кстец. Подлили? Нет. Чего? Да, да, нет. Да. Душка небольшая идет, я отвлекаюсь. Смотрите. Куда ты пикаешь? Разбирал. Как ты к нему на пике подняться? Это благовельная, наверное. А у тебя есть точка? Ну нет. Была, но нет. Может было точку дать просто на зипку. Пошли правую закроем, или он на ХГ слева у нас чел на лодауте. Пускай сей прочит. Подожди, лево двигать по нашу сторону. Там двое. На крыше. Где? На крыше двое снайперов, а не один. Я просто ухожу. Одного нокнуло. Забей. У меня еще пачка. Стрела. Другая пачка. Там снайпер тоже. Ебаные снайперы, нахуй. Ой, какой балдеж. Сборки в дискорде. Перезлил, два заряда сошел. Я слева ищу. В опане. Ой, ребятки, кто? Кто такие, кем будете? Спасибо, рандомайзер, это слабо. Спасибо. Понимаю Леху, что он горит на свисеров ебаных. Average Swiss Enjoyer. Да, просто сидят два ебла на госпитале АФК и просто протирают файт. А, вы явдаль такие классные, да? Ты же застаненный. Ты застаненный. Спас. Ты нахуя меня пикаешь? А чё на сосочках? Тело фул станешь, но пикает. Как же ему похуй реально. Кстати, в Warzone добавили сетки из зомбей. Они неплохие. Да. Проблема в том, что у меня нету колдвара и зомби, соответственно, тоже. С какой-нибудь жон купит тебе. Да, они вроде сейчас бесплатно, на бесплатных выходных. Да, качать что-то там, играть это. Гриндить опять. Сори, у меня даже ни одного обсидиана нету вообще-то, вообще о чем.
О, два. Блин, звук сломался. Геймплей хороший, FPS хороший, Aim Assist забалансенный. Все хорошо. Ну там англоязычные редкие клавомышники говорят, что Linux с игрой с Aim Assist не пофиксят. Не занерфят. Там Хаскерс. Ой, там всем на это похуй вообще. Ну Хаскерс ныл, что типа это вроде про станы ныл, еще про что-то, что Aim Assist фулл работает в станах. Неадекватно. Ну, понятно, дело, что всем похуй. Там процентов 80, наверное, на геймпаде играют. Ой. Я это... Ботик. Меня на головой. Мастер. Это был ты. Нет, не ты. Не, еще бегают снизу. У меня редкий баг произошел, когда лучится камера. Ну очень редкий баг. Здорово. Вот здесь. А я по звукам подумал, что он пошел на мост. Да, я тоже так услышал. А он просто по этой коммуникации поднялся на второй этаж и в окно пикнул. Как же мне шли подставил. А он и в миле, короче. Хана не... Я сначала заберу только драку, и к ней приеду. Я близко, в смысле, которые в будке? Да, будка, которая. Я перейду ее взъебать. Мне просто хватает на бай, могли скрыться, ну ладно. А нет, не хватает. Ладно, иду к тебе, похуй. Где, блядь? Где он? Спасибо, Magic, за тир 2 савком, спасибо большое. Что? Что? Он нахуй исчез вообще просто в этой будке. Я его зафлешил и его потерял вообще просто. Я захожу в будки, его там нет. Чел, сколько FPS 3080? Блин, чел, вот бы на экране было написано, сколько FPS в левом верхнем углу. Было бы очень удобно. Жаль, что этого нет. Бай взяли на вот здесь вот. Могу сразу на них повести. Да, поехали.
Я отмечу, чтобы понять, забрали или нет. А, только одно можно. Дали бэпку. Я удали. Убираю. Целю машину. Это фул ошибка. А он присел? Он умный? Он, сука, умный. Да чё? Может, второго есть? Чё? Да, у второго есть. У меня снайперятся. Нокнул его, поехали. Дал я. У них сплит слева. Нормально шофером работаю. Блять, если бы еще попадал, он банк, по-моему, упал бы туда. Банк упал, да. Перед нами человек перебегает, а здесь. В дом перебежал. Где? Заходит дом. В дом на первый зашел сюда. На отряде еще тело разбитое, влага упала. Бах или это тело в опыль, блядь? Тело в опыль. А, свой лут. Их там двое, разные. Это я МСС появился, блядь, с новым ковром, да. Так легко стрелять стало. Я, наверное, темпера возьму. Давай, я халёт беру. Так, ты кто их смотрит на меня? Откуда кто-то? Кто-то, я не знаю, блядь. Да, вот здесь вот. Справа смотрит, чел, за камнем сидит. Справа какая-то машина запаркована. Ладно, баунти возьму сначала.
Это эпоха. Сейчас зона пойдет скоро. Ну это эпоха. Она медленная. На втором сидят. Еще в доме, еще в доме. Да. Упал. А там еще один сидит. Два нока. На крыше эпохи. Нами чел. Розел дал там. Я, блядь, отвернулся от Моника. Секунду. Еще глаз не дергается от свиньи визжащей. Поехали за мотиком. Лево мотик у нас. Я не знаю, на что они надеются вообще. Нормально, шофером работаю. Руль вожу. Платят мало, но это такое. Давай этот на бай. Тут ты могут сидеть, я до сих пор я. Ну, руками не сидят, конечно. Они сидят вообще. Ты взял бэпку дополнительно? У меня подсечка. А, понял. Фон. Внутри чел бегает. Ой, не успел клеймор поставить. Какая досада. Он его поставил, но я уже забежал. Еще челик тут был. Понял. Я его даже не увидел. Давай, бай, чё. Да там закупимся. Там магазин. Да! Мне перезарядка долгая. Он же висит? А не, он в доме сидит. Да, он в доме сидит. Я сзади. А еще, еще. Готов? Здесь. Тут сильным было в 6 секунд, мистер. А, не, вот Сэшка просто. А то я скачу. Там бэпка сейчас. Ауткосты. Тори подрезал быдло на дороге. Так, я папу не знаю. А я где-то видел сюда, по-моему. А, да. Тут, а, ну, получится, не получится.
есть точка, если что, куда-то. Я не вижу, просто не пикает. Эй, айлдоп. Развил. По мясу дал разок. Я еще раз дал. Ни одного шота. Ни одного шота не дал. Я его не вижу больше. У нас лоу граунд один. Повод проверяй. Я хотел сбывку дать. Ты в соло, я в магазин ушел. Он прибежал мимо полностью на контейнера. У тебя в спине один. Я не понимаю, где типы. Честно. Я. Куда ты присижен? Не въебался вообще ни разу. Recon's up! Ну, я забрать пытаюсь, наверное. Тут выкупили. Сейчас побегут, видимо. Вы марки давай, когда их вот нажимаешь, может, я на вторую клуб будет. Со своей стороны. Be advised, UAV is bingo. Меня сфотали. Дернешь или сам? Тапну, тапну, я бегу. Ну они где-то слева дали. Да. Возможно, они... Они пересекают. Они уже близко были сейчас. Не валяться, вставай. Что там кажется, не уже в пизде даже выходит. Я пошел на бай. Да, они вот второго сели. Пошли вот на магазин этот, который перед нами. Или ты справа хочешь? Просто справа мы закроем, магазин нам душить будет. А, то падает чел. Тебя тело зажимает? Тебя тело зажимает. Вот. Смотри в окошко. Пошли это их закрывать. Всех отсюда откуда-нибудь. Правее немножко возьмем. Там пачка гостов есть. Okay. Тут бегает. Могу дожать. Ну как сам хочешь, я лишь подхожу. Дали бэпку, может видеть нас. А потом ты видишь. Финал, 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 финал. Или нет, финал? Не-не-не, это снизу, снизу чел, напротив, они сейчас убегут. Оба тряк.
ног. Еще могут быть? Или все? Ну там вроде кто-то светился, но они скорее всего левее будут значительно. Сишка, сейчас не нужна будет. А ты ее выкинул? Не, ну она есть у меня в кармане. Ты игру валяется в кармане, блядь. Бежит, бежит влево. Лоп он. За камни. Я его не вижу. Ноль типа удалось. Он слышал, он пытается за джем ходить. Типа ты что придумал? Я амуницию всегда, у меня 0 аверок. Да, у меня тоже есть амуниция. Вот тут чел у меня. Даю дыру. Кряк. Он упал. С другой стороны. Спасибо, псих. Тут тело сидит. Смог его. Он заржал. Какой-то снайперский шок был тут. Я под тишкой в дом побежал. Не есть в доме. Иду. На улицу уже. Да, он аутсайд. Инсайд уже. Они в подвале, походу. Они в подвале. Застрял, братик. Спасибо, Костет. Спасибо, Савку. Эти звуки, когда ты чел слышишь, как он бегает по земле. Ну, именно звук земли вот такой вот, шаркающий. Он в подвале. Ну, пиздатый. Лайк, подписка. Колокольчик. Я не знаю, где-то. А, где-то другое. Ластовые двое. Я уверен, они сидят на призоне. Ну, с призоном где-то. Ну, они на ХГ, наверное, у меня тут. Да, да, вижу, там твой варк. Я умер. Нет, не умер. Дай-ка я посижу, не буду, да. Ааа, мне килл не дали. Вот они тебе. Вор киллов получается. Вор, жулик. Спасибо, Ксон Шоу. Ликсон Шоу. Спасибо. Сап. Жесть, свин нагрелся, он стоит просто на корпусе у меня сейчас. Он очень нагрелся воздухом. И так всю игру шофером был, ничего страшного.